Глава Карачаева-Черкесии провел совещание с членами правительства по вопросу о реализации в регионе приоритетных национальных проектов. В 2024 году Карачаево-Черкесия участвует в реализации 45 региональных проектов в рамках 13 приоритетных нацпроектов. На совещании были заслушаны доклады председателя правительства Мурата Аргунова, а также всех министров, кураторов профильных нацпроектов. Участники совещания подробно посмотрели текущую ситуацию, разобрали конкретные меры для улучшения работы по реализации проектов, особенно в вопросе качества и сроков выполнения работ. Рашид Тимрезов подчеркнул, что считает эту работу одной из приоритетных задач на ближайшую перспективу. В настоящее время все профильные министерства тесно взаимодействуют с федеральным правительством по формированию новых национальных проектов, реализация которых начнется в 2025 году. Он также поручил правительству усилить контроль за качеством и сроками выполнения производственных работ в рамках текущих нацпроектов, чтобы обеспечить их 100% выполнение.